Согласно указу президента, с 1 октября этого года пенсии будут повышены на 38%, сообщил председатель соцфонда Бахтияр Алиев. Страховая часть пенсии до 30 тысяч сумм в среднем увеличится на 38%, на что предусмотрено 3 миллиарда 900 миллионов сумм. Средний размер таких пенсий после повышения составит 9 354 сумма, что больше нынешнего размера в среднем на 1692 сумма. Вместе с тем, точная сумма повышения будет зависеть от размера страховой части пенсии каждого пенсионера. Это увеличение в два раза превышает уровень инфляции. Минимум пенсионера на сегодняшний день составляет 6813 сомов. Социальный фонд, он начисляет пенсию в зависимости от трудового стажа и уплаченных страховых взносов. В большинстве случаев, у кого маленькая пенсия, это те люди, у кого маленький трудовой стаж, 5 лет, 6 лет, 7 лет, и небольшие уплаченные страховые взносы.